И снова сайт «Добродел» дал жителям многоквартирных домов возможность иметь красивый облагороженный двор. Благодаря активности местных жителей, которые оставляли свои голоса на портале, придомовая территория на северном проезде 1 в горках Ленинских была включена в Московскую областную программу комплексного благоустройства. Что, у нас все было как-то по-старинному, а сейчас уже культурно стали мы жить. Работы согласовывались с жителями и утверждались с учетом их пожеланий. Здесь будут соблюдены все 6 обязательных элементов благоустройства дворовых территорий. Уже сейчас асфальтирована проезжая часть и тротуары, созданы новые пешеходные дорожки, которые позволят сократить путь до ближайшего магазина и зоны выброса мусора, расширено парковочное пространство. Заключительный этап – это установка МАФов, создание детских, 2 детских и 1 спортивной площадки. Также дополнительно у нас, как и предусматриваются обязательные элементы, будет озеленение в месте производства работы, установка лавок, урн и информационного щита. Для того, чтобы проверить, соблюдаются ли все правила проведения губернаторской программы комплексного благоустройства, горки посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Он отметил высокое качество и скорость выполнения работ. Видно, что уже большая часть работ сделана, все необходимые элементы по комплексному благоустройству соблюдены. Все для того, чтобы жители могли комфортно пользоваться вот этой инфраструктурой. Благоустройство планируется завершить до 15 сентября. Местные жители с нетерпением ждут этого момента, ведь двором никто не занимался почти 1,5 десятка лет с момента сдачи домов в эксплуатацию. Уже почище будет, ну, и нам стареньким неплохо, красиво. Так что это вообще-то, конечно, красота. Напомним, что в рамках программы комплексного благоустройства раз в год каждый муниципалитет должен ремонтировать не менее 10% дворовых территорий. А это значит, что в нынешнем сезоне в Ленинском районе будет приведено в порядок 15 дворов. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Виднетве.